Я уж привык к тому, что меня сначала не слушают, а потом... Говорят, что мы не слышали. Возможно, последняя такая ходка в России. Почему? Подобная, не так. Лопаев 4. Ну, блин, Лопаев. Все, под фотками тоже. Ой. Надо всех запустить. Ну, все потом. Да, ну, вот я вот там. Присоединят. Я приближать не надо. Больше этого было, поезда. Поезда. Thank you.
Саша. Сторонние предметы введу в кадр сейчас. Из кадра все из кадра!
Ну давай до Коринтор, потом мы все что становимся там. Все. Нет, а просто сейчас другие хотели проехать. А потом на транспорте есть вся эта. Ты нормально место для прослушки? Нормально. Коринтор, пошел ты не отдал. Нет, вы же не видели никто наш поселок? Не, мы тут...
дядя. Не знаю, возим, не падаем. А позже у нас каждый участок оборудован. Топ-топ-топ-топ-топ. Вон двое залезли на вышку. Это наши? Да. Наши. Ну, до свидания. Красиво, да. Супер, тормози. Историческое здание, автоматиков. Ну, автоматическое, да? Автоматическое. Да, было раньше. Я как бы спрашивал Ваську, говорю, Вась, у вас там снег есть? Есть, говорит. Приезжал, он говорит, да. У меня, наверное, 3 или 4 назад он был. Надо снегу еще много, говорит. Thank you.
да. Где-то он вернется, да? Там далеко он вернется. Курский вокзал. Старший привет. Вокзал, там старший кассир. Кассир. Я пойду в этот партнер. Ein kleiner Mensch stirbt durch sein Alleinsein. Двери закройте!
остановка здесь сделать вам будет. Кому там по рогам давайте? Кто это идет?
Зам, финист такой, готовый парень.
Резина, вот еще раньше ходили, а совы не видели, если ты чистый. Следочисты видели. Вот, не, сама... А СУ там... Эту ветку уже рухнет. Скорость.